На планерке поговорили и здравоохранении коренных народов Севера. Во время празднования Дня оленя в общине Ямпто полное медицинское обследование прошли оленеводы, члены их семей. В общей сложности несколько десятков жителей тундры. Оленеводы общины стали пациентами специалистов-медиков непосредственно на месте кочевья. Об этом на заседании доложил начальник управления здравоохранения Андрей Апицын. 36 оленеводов и чумработниц общины прошли флюорографическое и ультразвуковое обследование. 29 представителей коренных малочисленных народов сдали анализ крови и прошли ЭКГ-исследование. Кроме того, консультации таких специалистов, как невролог, стоматолог и врач общей диагностики, были предоставлены оленеводам. Кроме этого, через виду детское питание 12 детей до 3 лет обеспечено детским питанием на полугодовой период, то есть за 6 месяцев мы их обеспечили. Также оставили индивидуальное питание первой медицинской помощи. По словам начальника управления здравоохранения региона, остальные оленеводческие хозяйства медикаменты доставляются в плановом порядке. В этом году в рамках проекта «Красный чум» медицинское обследование пройдут оленеводы СПК «Восход» в районе села Ома и СПК «Община Канин», основные места кочевий которого находятся вблизи Неси.